Отношения между парнем и девушкой – штука невероятно сложная. Шаг влево, шаг вправо, и вы уже что-то сделали не так. Особенно если вы маленькие партнеры по танцам и участвуете в межрегиональном фестивале «Южный Dance Festival». Юные танцоры Маша и Данил, несмотря на то, что впервые выступали вместе, смогли вырвать такую важную и значимую в их жизни победу. Труд был. Ну да, мы тренировались, мы тренировались. Разные композиции там. Да, иногда сложные были композиции у нас, и мы справлялись. Южный Dance Festival – танцевальное событие, участие в котором брали дети и взрослые танцоры юга Украины. На фестивале выступили представители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Огромное количество участников и высокий уровень организации – вот что бросалось в глаза, едва переступил порог Дома культуры в Южном. Макияж, моральная подготовка к выступлению, а также разминка перед танцами – юные участники не теряли время зря. Многие из них выступают на подобных конкурсах уже не впервые, знают, что к чему. Я уже здесь бываю часто довольно-таки. Интересно, мне нравится судейство, мне нравится обстановка здесь, и поэтому решила также поучаствовать. Конкуренция довольно-таки хорошая, конечно. Но будем стараться. Организаторы отмечают, что каждый раз подходят к делу серьезно и творчески. Вот и в этот раз фестиваль проводился не без изюминки. Я скажу то, что нравится всем больше всего. Это наши кубки. Потому что как они стоят красиво на сцене, какие они и просто и судьи, и все с ними фотографируются. И вот награда, медали, кубки. То есть награда, награждение – это очень важно. Потому что дети, они, конечно же, соревнуются, они, конечно же, хотят получить первое место. Этих замечательных кубков, да и самого фестиваля могло и не быть, если бы развитие танцевального спорта на юге Украины не поддержал благотворительный фонд Игоря Палицы «Тільки разом», где считают, воспитание талантливой молодежи – это лучшая инвестиция в будущее. Именно на этих людях будет в дальнейшем держаться наша страна, поэтому чем больше мы будем давать им возможности проявлять себя, свой талант, свои умения, тем потом будет лучше для нас. Организаторы конкурса обратились к нам, попросили выделить сумму для того, чтобы они могли вручить кубки и награды. Мы выделили 52 тысячи гривен, на которые были закуплены все кубки. И вот сегодня вы слышали о том, как отзываются и сами организаторы, и дети об этих кубках, они им действительно нравятся. Члены жюри, опытные танцоры, строго, но справедливо оценивали юных участников, которые демонстрировали страсть, веселье, драматичность и искренность танца. И вот долгожданные результаты конкурса и, главное, награждение победителей. Также за второе место награждается парами 3. Кузнецов Данил, Винниченко Мария, город Южный, клуб «Мечта», тренер Снежана Слесаренко. Благодаря фонду Игоря Палицы «Тільки разом» фестиваль прошел с необыкновенным размахом. А довольные участники, подняв красавец кубок высоко над своей головой, знают, это еще один важный шаг на пути к заветной мечте – стать профессиональными танцорами.